Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. И в сегодняшнем видео я хочу вам показать свой заказ с сайта New Chic. Пришло мне несколько позиций, одну из них получила буквально вот недавно. И хочу поделиться им с вами. Мне действительно нравится качество с сайта New Chic. Я уже показывала вам неоднократно, вещи ношу с огромным удовольствием. Так что хочу поделиться ими с вами. Не забывайте, что всю информацию, все ссылочки я вам оставляю внизу в инфобоксе. Ну и давайте покажу вам, что я заказала. Итак, давайте покажу первую вещицу. Это вот такой костюмчик, получается, как тройка. Я заказала в размере, получается, M, но на самом деле надо было заказать больше размер. То есть он мне не мал, но подобный костюм люблю, когда более такие, более свободные. Хотя тоже сидит неплохо. Капюшон, то есть верх это вот такая кофточка. И под низом идет вот такая вот маечка. Вот эта маечка, все в коте всегда. Вот эта маечка, девочки, она очень такая приятная ткань. Похожа как вискоза, знаете. Но это, наверное, не вискоза, но очень такая мягкая, очень приятная, тянущаяся. Кофточка тоже тянется хорошо. Кофточка такая полупрозрачная. Здесь пуговички стягиваются. И идут обычные брючки. Я сейчас примерю, покажу сразу на себе. Вот на такой резиночке брючки мне немножко коротковаты все-таки, мне кажется. Ну, не знаю, качество очень хорошее пошива. Я бы вот посоветовала, наверное, на два размера взять больше. Ну, тут такие, как спущенные рукава. Смотрится, в принципе, прикольно. В общем, сейчас по примерю, давайте покажу на себе. Итак, вот этот костюм, конечно, черное на видео, это не самый выигрышный цвет, точнее, в плане того, что не рассмотреть какие-то детали. Вот, получается, штаны вот такой вот длины, то есть они как бы, получается, как укороченные. Он, получается, тоже весь костюм, он в обтяжку. Конечно, подойдет для более идеальной в этом месте фигуре. Вот, но, в общем и целом, по качеству мне он очень нравится. Здесь идут вот такие кармашки, тоже такие, ну, такие неглубокие. Вот, сами штанишки идут на резиночке, здесь шнурочки. И вот этот топ, он достаточно коротенький. То есть он идет такая маечка, как бы, да, вот на таких бретелечках. И можно носить с этой маечкой, можно носить без маечки. Если без маечки, то, соответственно, будет видно у вас нижнее белье. Вот такой вот капюшон смешной. Вот, и не знаю, мне в общем и целом нравится так с мальчишками пойти, с собаку взять в таком костюмчике очень даже неплохо. Вот здесь вот получается выглядывает вот эта маечка, соответственно, если без маечки будете носить, то ну, можно застегнуть, да, то будет видно белье, это точно. Вот, так что вот такой вот костюмчик, ну, черное, оно стройнит, так что можно этого не бояться, рукава вот такой длины. Вот, ну, в общем и целом, мне костюмчик нравится. С какими-то кедами, но, не знаю, у меня таких кед никаких нету. Было бы прикольно смотрелось. Мне, как всегда, помогает мой кот, да? Что-то он у меня злой. Наверное, мешаю ему опять. Вот, и следующая вещь, это вот такое, как, наверное, жакет больше. То есть это не пальто. Хотя ткань такая, как пальтовая, но достаточно... Вот я не знаю, как называется эта ткань, но она достаточно тонкая. Вот такого белого цвета. Я заказала, вот что-то мне очень захотелось белого цвета. Здесь идет вот такой рукав, и рукав как бы три четверти. Тоже примерю, покажу на себе. Идут вот такие пуговички черные, кармашки. Здесь причем такие, ну, не сильно глубокие, но нормальные кармашки. Вот, и получается вот такой прямой крой. Мне очень понравилась вот эта вещица. Хорошо на весну, но даже не то, что на весну. Я живу в городе Санкт-Петербурге, и у нас это на лето. Вот примерно так, на прохладную погоду, может быть, конец мая, не знаю, дождливая. Ну, не то, что дождливая, пасмурная какая-то погода летом. Прохладно у нас бывает. Вот как раз отлично такая вещичка с брючками, с сумочкой какой-нибудь черненькой. В общем, очень мне тоже понравилось. Понравилось качество. То есть швы все, как вы видите, ровные. Пуговички пришиты хорошо. Вот, вещица очень классно, на мой взгляд, смотрится. Две пуговицы идут. И идет оно просто без подкладки, а просто вот такое вот. Вот здесь даже есть
состав 100% полиэстер. То есть с этой стороны, видите, вот такая ткань по текстуре, а с этой стороны она как пальто такое, да? Вот, видите? Ну, очень прикольная вещица, она такая тоненькая, при этом должна быть достаточно теплая. Мне понравилось. Есть еще в других разных цветах, так что сейчас тоже примеры покажу. Ну что, вот этот, как такое, как жакет. На мой взгляд, это вот такой теплый, просто удлиненный жакет. Вот такой идет у нее рукав, видите, вот до сюда мне, вот. И вот так вот выглядит с черной сумочкой. Единственное, что, наверное, надо не с джинсами, а с брюками. Я вообще раньше очень любила джинсы. Постоянно носила джинсы, покупала джинсы. Сейчас что-то они мне, видать, надоели. Я хочу брюки уже. Вот. Но брюк у меня вообще, кстати, вот сейчас порылась. У меня все джинсы. Черные у меня тоже джинсы. Ну, в общем, да, надо что-то менять, да, уже. В общем, вот так вот выглядит она. С сумочкой классно. Кармашки, ну, не такие, не очень глубокие. Я одела на майку, на свою, на домашнюю. И вот так вот выглядит в расстегнутом виде. Мне кажется, тоже прикольно. Вот, симпатично. Но надо все-таки с брючками какими-то, наверное, будет тогда симпатично. Но по качеству мне очень нравится. Это как жакет такой. Просто теплый жакет. Очень мне нравится. Мне кажется, прикольно. Я вообще люблю светлую верхнюю одежду. Она прямая, но на мне выглядит как немножко расклешенная к низу. Не знаю почему. Наверное, из-за отсутствия талии. И следующая вещица, это тоже на вот такую прохладную погоду, как и предыдущая белая. Но она мне безумно понравилась. Здесь вот немножко есть ниточка, но ее можно обрезать. Это ничего страшного. Вот. Вот такие идут у нее пуговички. Кармашки два. И она по качеству очень крутая. То есть здесь идет даже как вот такое пальто, наверное, да? Я не знаю, как правильно назвать. А с этой стороны она вот такая хлопковая. То есть на прохладную погоду летом с джинсами вообще супер. Просто вот эта мне вещь вообще безумно понравилась. Здесь вот тоже идут пуговички. Здесь пуговички. Слушайте, ну вещица прям очень классная. Мне она безумно понравилась. По качеству и по тому, как сидит. И, в общем, да, тоже в размере M я взяла. Смотрела по размерной сетке. И вот она сидит вообще, мне кажется, идеально. Ну что, девочки, вот эта рубашка с белым рюкзачком. Я тут еще один рюкзак приготовила, вам тоже покажу. Вообще очень классно. Единственное, что я бы еще белые кеды. У меня я покупала белые кеды, но мне нужно их. В общем, они у меня убраны далеко. Ну, я думаю, что суть и так понятна. Я обещала показывать образы вам целиком, поэтому показываю так. Вот с такими кроссовками, с джинсами. Джинсами, мне кажется, можно с любыми. С белыми кедами было бы намного прикольнее смотрелось. Но белый такой рюкзачок у меня есть. Кажется, вообще супер. Девочки, мне очень нравится вот эта рубашка. Она просто потрясающая. На прохладную летнюю погоду вообще, на мой взгляд, супер. Да? И следующая вещица, это вот такая, я не знаю, как это, чебурашка, да, по-другому это называется. Вот такая, в общем, вещица. Я вам сейчас ставлю кусочек, покажу, в каком виде она пришла ко мне. Я ее получила недавно совсем, еще не постирала, ничего с ней не делала, но я думаю, что если я постираю в кондиционере, она станет еще мягче, чем она есть. Единственное, что мне эта вещь большевата, но мне кажется, с одной стороны, классно, и рукава мне длинноваты вот эти вот. Выглядит она, видите, вот, ну как, это чебурашечка, да, такая, только она тоненькая, это опять же на такую прохладную летнюю погоду, но, слушайте, мне она очень нравится, я вот не знаю, у меня таких вещей, в принципе, в гардеробе не было, и я как-то все время мимо проходила, но, мне кажется, зря проходила мимо, то есть здесь идет вот такой отворот, сшито как наподобие пиджака, да, такого двубортный пиджак, да, что-то наподобие того. Вот, но вещь очень теплая, очень мягкая, очень классная, вот. Итак, девочки, вот эта шубка, я ее одела на майку, вот. Ну как, это не шубка, это такой теплый кардиган, его нужно отпарить, конечно, видите, по низу состернуть, отпарить, в общем, привести в порядок, потому что вот эти борты тоже плохо держатся, но мне кажется, очень даже симпатично смотрится. Единственное, что я бы сюда одела бы какие-то коричневые такие, ну,
не облегающие, в общем, брюки, но что-то я у себя в гардеробе таких не нашла. Девочки, вот начинается, да? Вот, но все равно, кстати, хотела купить себе коричневые брюки, потому что мне много подо что подойдут коричневые брюки. Так, с рюкзачком, в такой штучке, кроссовочки, мне кажется, вообще отличный вариант. Вот, мне на самом деле она очень нравится, она очень мягкая, теплая, приятная. Сейчас такие очень вещи очень актуальны, у меня нет ни одной такой вещицы. Вот, застегивается на две пуговички, видите, она такая мягенькая-мягенькая, прям так вот. Ну, мне больше нравится, если честно, в расстегнутом состоянии, когда она очень симпатична, такая розовенькая, милая штучка. Вот, и вот такие вот у нее достаточно длинные рукава, то есть мне они даже длинные. То есть она, видите, такая прям широкая мне, вот. Но это такой фасон тоже, оверсайз, они же все вот эти подобные штуки, они все оверсайз. Поэтому, вот, да, брюки, конечно, не такие сюда, не джинсы сюда, такие в обтяжечку, потому что ноги, кажется, совсем тонюсенькие-тонюсенькие. Я бы сюда по объемнее такие брючки какие-то взяла. Вот, так что теперь надо еще брюки брать. Брюки покупать теперь коричневые. Ну, я, кстати, хотела такие, какие-нибудь свободные такие. Ну, в общем, не в облипочку, как вот эти джинсы. Вот, но вещица классная. Так что вот такой вот у меня заказ получился. В особенности мне понравился вот эта рубашечка в клетку. Еще, конечно, хочу брюки. Все присматриваюсь, надо будет мне как-то приобрести брюки, потому что джинсы действительно уже надоели. Я одно время вообще не вылазила из джинс. Носила либо платье, либо джинсы. Сейчас хочется уже как-то брючки уже приобретать. Вот, но это уже, наверное, будет в следующих видео моих. Вот, так что на сегодня буду с вами прощаться. Еще раз повторюсь, не забывайте, что все ссылочки я вам оставила внизу в инфобоксе. Обязательно переходите, смотрите. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Всех люблю, целую и до новых встреч!